Народ, привет, это Игорь из Австралии. Тут заявочка пришла доказать, что Австралия существует, от одного из блогеров, который ведет канал о том, что ее нет. Ну вот мы едем разобраться, есть ли она здесь или нет. Я сейчас еду в район Кирибили, который находится по ту сторону через воду от Sydney Opera House. И сейчас нам нужно переехать Harbour Bridge, и потом мы по нему прогуляемся. Вот это Harbour Bridge, мы к нему подъезжаем. Камеру не выключаю, чтобы не было там объявлений в подстановке. Кончик оперы хаос видно. Машина моя. Мост. Я. Опера хаус. Мы съехали сейчас с Opera House и будем гулять вон по той стороне. По правой стороне мы будем гулять. Вот метро здесь ходит. Вот еще вам кадры на мост. Это мы находимся по левую сторону от него, если смотреть от Sydney Opera House. Ну, этот район называется Кирибили. По ту сторону. Ну а сама эта зона называется... зона называется Насильный. Мы сделали небольшую остановку, чтобы подойти к мосту непосредственно напрямую. Это часть моста. Вот оно, мост. Это снизу. Так он выглядит. Здесь площадка для прохождения всяких мероприятий. Вот сам мост. А вот вдалеке видно. Я увеличиваю. Вот оно, Opera House. По мосту проходит, как вы видели, по дороге и метро. И проходит дорога в несколько полос. Сейчас лестница находится по ту сторону моста. Сейчас я перейду туда, ну и поднимемся на мост, покажу оттуда, какой вид. Потом еще один кадр на мост. Мы находимся прям совсем рядом, около него. Там люди ходят. Люди ходят, как вы видите, не все тут безлюдно совсем. Нарисовали мы людей. В этот раз в нашем видео. Датский флаг. С
Кстати, кому интересно, сколько недвижимость стоит в этом районе, проходил я пару недель назад, был не аукцион, а открыта одна квартира, двухспальная, маленькая, но с видом прямо на Opera House через залив. Был аукцион, они примерно хотели получить около 1.9–2 миллионов долларов за ту квартиру. То есть, если хотите жить в квартире с видом на Opera House, ну вот, готовьте пару миллионов долларов. Здесь надо пройти, вот там дальше находится подъем на мост, ну и по мосту люди отсюда ходят на работу пешком. Занимает это около 20 минут. Вот уже часть моста. Мы поднимаемся по ступенькам до него. И покажу, как выглядит. Вид на Opera House с Harbor Bridge. Мост, по которому мы ехали. Сам район Кирибили. Люди даже есть, видите, туристы. Эта вся тема началась с Австралии, не существует. Мне, по-моему, еще месяца 2-3 народ написал, что Игорь, тут видео пошли в интернете о том, что Австралии нет. Не мог бы ты это как-то прокомментировать? Но я подумал, это шутка какая-то. И даже серьезно это не воспринял. Но потом я смотрю, что уже целые каналы начали появляться о том, что Австралии не существует. Уже пошел разбор видео Андрея, видео Вадима о том, что ее нет. Ну вот я вступил в перепалку с одним из авторов таких видео. На что он мне предложил? Игорь, давай сделаем звонок по скайпу. И я буду отвечать ему на вопросы, решать разного рода задачки. Ну, конечно, по скайпу я ни с кем созваниваться не собираюсь. Мне это абсолютно неинтересно. Да и зачем это всего будет для одного человека? Поэтому я решил сделать видео, чтобы уже показать всем, что Австралия, она существует, она есть. Ну и вот он, этот Harbor Bridge. А вот она, это Opera House. Не знаю, видно? Да, видно. На закате красивый вид получился. С того места мы снимали только что на сам мост. Это школа с крестом была. Все камеры здесь. Паромчики ходят прям до
до сюда через залив. Еще раз видно то место, откуда мы шли. Сейчас Сиднея темнеет очень рано. Сейчас еще 4 часа дня. Солнце уже находится в зените. И в 5 часов буквально уже будет сплошная темень, как ночь. Здесь дни очень короткие зимой. Ну, впрочем, в России также. Две башни моста с этой стороны. Если хотите оперу посмотреть, заходите на канал Андрея, там он ее снимал с близкого расстояния, посмотрите, с чего она сделана. Впрочем, можно по этому мосту дойти до самого Сити, я уже туда не пойду, потому что это далеко. Так что, как обычно, если вам видео это понравилось, ставим лайки, задаем свои вопросы в комментариях под этим видео. Конечно же, подписываемся на канал об Австралии, чтобы быть в курсе обновлений. Спасибо большое за просмотр, до свидания. Это несуществующий я с... Когда у меня? Электронная рука. Да. Руку покажи. Электронные, видите? Циферки бегают. А вот машины ездят без водителей. И колеса у них не крутятся. Народ, привет! Это Игорь из Австралии. В сегодняшнем видео я вам покажу еще одну Австралию, которую... обычно не показывают, потому что она не такая гламурная, но тем не менее это такая Австралия, в которой живет большинство австралийцев. Ну и я покажу дом, в котором я остановился буквально на несколько дней.